Продолжаем осеннюю тему горячих салатов. И сегодня мы с вами приготовим салат из чечевицы. Нарезаем помидоры. Я взяла 2 крупных красавца. После этого 100 грамм брынзы или сыра тофу нарезаем кубиками. Все складываем в одну чашу. Добавляем 100 грамм отваренной чечевицы. У нас получилась основа, куда можно добавить при желании проростки, болгарский перец, огурчик, в общем, все, что вы хотите. Поливаем сыродавленным маслицем. Можете сбрызнуть лимоном, посыпать зеленью, добавить немножечко соевого соуса. Кстати, если хотите, можете не размешивать, а положить в тарелку слоями по отдельности. Это так вкусно, обязательно попробуйте.